Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback. Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Гардены, в которых никто не живет. Так, мы на третьем этаже. Они все здесь однотипные. Вот наш вход, через который мы зашли. А в некоторых идет ремонт, а некоторые просто пустуют. Вот мы точно в таком же. Сколько есть? Раз, два, три, четыре этажа. Даже есть своя лифтовая шахта. Вот лифтовая шахта, но она там очень глубокая. Еще под землей идет этаж. И самый последний этаж. Здесь тоже. О, вышли. Да, круто. И все почти пустые. Вот все, которые близкие. Этот. Там вроде кто-то живет. Этот пустой. Там пустой. Этот наш тоже пустой. Пойду еще схожу на самый нижний этаж. Так, что здесь? Такие вот комнатки. Это санузел. Он везде, на каждом этаже в одном месте находится. Здесь опять балкончик. Лифтовая шахта. И пошлите вниз. Но это у нас идет лестница со второго этажа. И такой вот зал с большими окнами. Очень высокий. Там он проход. Так, здесь что? Здесь тоже большой зал. Место под камин, скорее всего, санузлы. И также большой балкон. Да. Интересно, сколько стоит такое здание? Оно очень много. Там одно здание, даже какой-то китаец выкупил. Там стоят Mercedes и Tesla X. И весь уже облагороженный. Вот зайти бы туда. Посмотреть, как там все это сделано, было бы намного круче. Так, идем в подвальное помещение. Так, это уже подвал. Так, здесь также огроменные помещения. И здесь что? Санузлы, да. И там уже вода. Окей. Где мы еще не были? Здесь. Ну, в принципе, все. И первый этаж. Спустились. Вот оттуда я смотрел. Здоровый зал с хорошим видом на другие красивые дома. Какой здесь эхо стоит. И центральный выход. Вон арочка. Балконом. Вот такие вот дела. Интересно, закрыто или нет. Открыто, можно выйти. Даже на замок не было закрыто. А это получается задний выход, куда мы зашли. Ну и вот я вышел с этого здания. С этого домика частного. На всех этажах побывали. Вот балконы. Там еще балконы есть. Красивый район. Отдельный гарден. Видно элитные. Много очень дорогих машин. Но очень много так и не купленных или заброшенных.
зданий, очень мало заселенных. А если есть заселенные, то такое ощущение, что живут какие-то китайцы из деревень. Такое ощущение, будто нелегально. Потому что есть такое ощущение. Или просто строители, скорее всего, пока делают ремонты, то они живут в этих зданиях. Вот так, такой маленький видосик про китайскую улитку. Думаю, было интересно посмотреть. Все, всем пока.